И вот такие вот покатушки. Жесть. Мощный мотоцикл. Советский. Дает просраться. Два котла. Сколько нас? Шестеро. Шестеро было, да, на нем? Шестеро, еще все с рюкзаками. Тянет, бля. Вообще похеру. Горная местность, не горная. Дает просраться. Спускаемся уже к водохранилищу, Фу. Здесь так, видите, солнышка нет. Туча закрыла его. На самую гору нас завез наш мотоцикл, сука. Эмоции такие охуенные. Шматируюсь каждые 2 секунды, потому что экстремальное вождение, да, конечно. А руль задирается, переднее колесо задирается. Жесть. Спускаемся вниз. Вот так вот. Колян, хлеб не... 4 булки хлеба. Мы будем сами есть и рыбу кормить, да, Колян? Вот здесь уже не поехали, потому что здесь... Вот такие ямы, здесь все вымыто дождями. Там, короче, провизии столько. Сейчас приедем, короче, там Дима. Дима уже охраняет все. У него там, блядь, сука, много всего. И бензопила, и снасти, и удочки, и сетки. Все в куче, короче. Рыбаки ловили рыбу. А поймали рака. Целый день они искали. Где у рака срака? Все, идемте вниз. Вон водичка. Я здесь где-то, наверное, лет 5 назад был. Вот тоже с ребятками. В принципе, примерно той же компанией мы и были. 5 лет назад, ебать. Как подумаешь, аж страшно. У меня есть фотография, кстати, с этого водохранилище. Сейчас я постараюсь сделать такую же фотографию на том же месте. Потом покажу вам в одном из этих влогов, может быть, в этом влоге, именно эту фотографию и предыдущую, 5-летней давности назад. Здесь раньше машины съезжали, короче, но сейчас уже вот смотрите, что здесь происходит. Видите, все размыло. Уже машины здесь съезжать не могут. Такие вот здесь переправы делали из бревен. Вот такие овраги. Вон, смотрите. Но только пешочком. А еще надо будет туда подняться завтра с утра. Потому что завтра нужно уезжать в город. Есть дела. И надо будет с утра встать. Еще ребятки на работу спать. И сюда подниматься. Ну, так, чтобы по тропинке выйти и вниз спуститься. Но мы попросим нашего экстремального мотоциклиста отвезти нас на супермотоцикле на остановку, откуда мы и поедем. Но это будет завтра. А сегодня вот как. Идем по лесу. Здесь уже, скорее всего, связь не ловит, да? Она такая, через раз ловит. Сейчас мы еще ниже спустимся и вообще не будет ловить. Вообще не будет связи с цивилизацией. Как дела? Парни идут. Сейчас Колян вырвался. Колян вырвался вперед. Догоняем Колена. Все уже купаться хотят. Хотят купаться и бухаться. Правильно говорю? Хотят купаться и бухаться. Для чего на рыбалку вообще люди идут? Чтобы купаться и бухаться. Рыба — это какое-то такое посредственное. Ой, блядь, сука. В тот раз, мне кажется, мы быстрее спустились, чем сейчас. Уже, сука, 4 минуты спускаемся, или 5. Ладно, все, короче, там увидимся. Вот, ребят, добрались мы, короче, до водохранилища. Блядь, как здесь, сука, классно.
Вот такие эмоции здесь посещают. Смотрите, какие, блядь, здесь такие вот вулканические породы получаются, блядь. Смотрите, как здесь круто, сука, как здесь охуенно. Воды, конечно, меньше стало, но смотрите. Круто. Блядь, сука, посмотрите. Yeah.